Семья Никаноровых активно участвует во всех конкурсах молодежного центра. За 8 лет совместной жизни они получили более 50 грамот. В День семьи, любви и верности Никаноровым вручили еще 2. Они стали победителями сразу в 2 конкурсах «Радость отцовства» и «Семейный подряд». Хочешь, чтобы дети брали с нас пример? Потому что дети – это наше продолжение. Соответственно, дети такие, каких они видят своих родителей. Мы хотим, чтобы наши дети были спортивными, здоровыми и развивали свой творческий потенциал. Победителем конкурса «Семейный подряд» в номинации «Семейное прибавление» стала семья Артюшкиных. Они сделали ряд семейных фотографий с сыновьями – 8-летним Ильей и 4-месячным Ромой. Для Артюшкиных получить грамоту в День семьи, любви и верности особенно ценно. Петр и Феврония – мы всегда для нас пример. Чтобы в доме всегда любовь царила, забота, верность, честность, чтобы слышать друг друга и слушать. Самое главное. Конкурс «Семейный подряд» в молодежном центре проходит ежегодно. В этот раз в нем приняло участие 42 семьи в 5 номинациях. Семейное прибавление, семейная акварель, семейный спортотряд, семейные посиделки и семейная карусель. Задача конкурса «Семейный подряд» было объединить семьи через совместную творческую деятельность. У нас это получилось, потому что фотографии совершенно замечательные, яркие, креативные. Спасибо большое всем семьям, принявшим участие в этом конкурсе. Сегодня сотрудники молодежного центра готовят для активных семей очередной конкурс. Но какой, рассказывать не стали. Решили пока оставить в тайне. Ирина Вышегородцева, Евгений Шевцов, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».